новые площади, а вокруг лучами отходят проспекты. А бывают площади с 5 проспектами, с 6, даже с 7. Но тогда население было маленькое, мало очень, малочисленное, и строили в маленьком очень масштабе. Все маленькое, узенькие дорожки, но они так до сих пор и остались. Это будет, оно недавно построено, внутри там еще не закончили отделку. Это будет бизнес-центр такой. Бизнес-центр, там бизнес-сити. Но что интересно, уже там открыли смотровую площадку на 49 этаже. И я вообще не понимаю, где они должны ездить. Да. Вот это другой басик полуресторан. Так. Пойдем. Нет, нет. Повернем налево на улицу Пастера и пойдем.